так вот, так вот, вот так вот, и еще раз вот так вот, и наконец-таки все! Я загрузил новый ролик, надеюсь, там подписчики поставят лайк, там подпишутся на мой канал, потому что я очень сильно старался. Так, ну и, в принципе, теперь уже можно выйти из этого компа, погулять. Так, и кто это мне звонит? Так, какой-то неизвестный номер. Так, ну ладно, давайте ответим. Алло, это кто? О, привет, Флейзи, нам нужна твоя помощь. Короче, надо оценить кузницы наши, а, вот. Как? Можешь что прийти? Оценить? Как, какие кузницы? Так, стой, подожди, какие еще нафиг кузницы? И ты вообще кто такой? И откуда у тебя мой номер? Неважно, кто я такой, главное, где я. Ты не знаешь. Мне кажется, конец. Здрасте, Флейзи. Это я, Нубик. Да, конечно, все понимаю. А что ты делаешь это в моем доме, ты, нуб? И какого черта ты мне вообще звонишь, если ты... Ты в другой комнате сидел, ты что не мог подойти ко мне? Я хотел вызвать эффект неожиданности, но не получилось. О, боже мой, ёбать, ты меня знаешь, как это был? Неизвестный номер мне звонит, говорит там, оценивай что-то. Я такой, нифига себе. Блин, ну ты тут сидел. Так, короче, все, давай, проваливай из моего дома. Так ты будешь оценивать-то кузницы наши. Мы старались кузницы, для тебя. Господи, ну, хорошо, хорошо. Где они? Где эти кузницы? Где там про, читер, где бог они? В конце деревни они ждут. Вот там вот, что ли? Да, да, да. Ладно, все, короче, давай, это, давай, вставай. Че ты тут, блин, сидишь с телефоном своим? Так, все. Всем привет, ребята, с вами, как обычно, Флейзи, и сегодня у нас необычный ролик. Сегодня мы будем, ребята, проверять кузницы, как нам Нубик сейчас сказал, там, это, нуба, про, читера и бога. Так, и мне Нуб сказал, ага. Ну, тут сразу же понятно, то, что это бог. Все, друзья, давайте побежали быстрее, еще будем оценивать кузницы. Кстати, вот это обычная кузница, так, давайте быстренько заглянем в нее. Так, ну-ка, тут у нас что, так, тут у сынуки, так, хлеб, хлеб, хлеб. Так, все понятно, ну, блин, обычная, ребята, кузница. И сейчас мы ее будем сравнивать с другими. О, боже, что это вообще такое, ё-моё, офиг... А он-то как меня опередил. Офигевший вообще. Так, ладно. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Ну, про читер и бог. Ну, что, у нас сегодня необычный ролик. Мы будем оценивать ваши кузницы. О, боже мой. Ну, ладно, друзья, давайте уже начнем с первой кузницы. Это у нас кузница нуба, получается. Так, кстати, необычные блоки. Это что, земля? Это реально земля? Лол, чё? Офигеть. Это тоже земля, чё ли? Чего? Так, ладно, хорошо, окей, допустим. Так, это у нас реально какой-то земляной камень. Так, тут у нас также лава, печка. Ага, ладно, окей, хорошо. Так, тут, ну, в принципе, блин, все как в обычной кузнице получается. Так, а тут у нас... Угу. Ну, конечно же, куст. Конечно же, куст. Блин, это нубик, без куста ты не обойдешься. Так, хорошо. Ну, в принципе, блин, обычная кузница, ребята, если сравнивать вон с той, которая в деревне, она как бы, ну, просто отличается тем, то, что тут все из земли. Ну, практически все. Так, тут у нас есть также сундук. Если в обычной кузнице у нас там обсидиан и различные предметы, то в этом земля. Нубик. Я, конечно, все понимаю, то, что ты как бы ко мне домой ворвался, да. И ты мне сейчас даешь вот землю. Да забери свою землю. Блин, ну, не знаю. Кузница, конечно, меня, ребята, удивила, в принципе, да. Потому что она полностью из земли. Хотя, блин, я бы не сказал то, что это земля. Я думал, это глина там или еще что-то. Ну, оценочку ставлю. Ну, давайте, ребята, ну... Четверочка из 10. И, кстати, друзья, оценивайте также кузницы со мной в комментариях. Вот, допустим, нуб там, ну, 3 из 10. Вот я ставлю, вот, ну, четверочку, да, нубик, четверочка. Там, поработай, что должно в сундуке, там, это, алмазики и так далее. Так, про, привет, ну, что ты можешь сказать, вот, как тебе, ну, кузница нуба? Да полная фигня, моя лучше, моя круче, ты зайди посмотри. Ага, так, ладно, хорошо, ну, давай заглянем у тебя, ну, у тебя все то же самое, как у нуба, в принципе, ничем не отличается, хотя у тебя тут все из золота, из алмазов и так далее. Так, вот тут уже рычаг и просто алмазная дверь, ты че? Так, ладно, друзья, у нас тут есть рычажочек, так, мы заходим. Ага, ну, друзья, тут уже есть разнообразие, тут у нас картина, золотая. Чего? Стоп, подожди, алмазная ступенька? Чего? Вот этого я не ожидал. Так, столик, кровать, так, почитать книжку. О, вот это неплохо, это кухня, ребята. Слушайте, а вот такая кузница мне нравится. Тут можно, в принципе, реально уже жить. Тут есть и кровать, чтобы поспать, и посидеть, чтобы почитать книжечки, да, и полюбоваться картиной, в принципе, ноутбук, чтобы поиграть, да, и, в принципе, печка, чтобы поготовить. Слушайте, мне кажется, то, что эта кузница уже от меня получила точно 7 своих баллов. Но сейчас, друзья, будет решающий момент, что у нас в сундуке.
блоки. Алмазные блоки. Так, я один себе, в принципе, возьму. Так, алмазный меч тоже возьму. Так, ой, ребята, давайте это тоже мы все, короче, возьмем. Так, алмазный щит давайте один возьмем. И лаки-блоки. Так, еще какая-то маечка. Ну-ка, ребят, давайте выйдем. Так, посмотрим, что за маечка у нас, в принципе, в сундуке лежала. С алмазным блоком, конечно же. Ну, слушайте, неплохая маечка. За маечку я тебе ставлю плюс 1 балл. То есть у тебя уже того 8 баллов. Так, ну давай посмотрим, что у нас из лаки-блоков-то выпадет. Так, щит какой-то неплохой такой. Так, unlucky-блок. Так, unlucky-блок, это получается у нас, ребята, 80% ну, шанса, то, что выпадет фиговое. И ломать надо, да? Ай! Ай! Ё-моё! Не подходи! Не подходи! У меня есть меч! У меня есть меч! Так, говнюк, не подходи ко мне! Не подходи, кому сказал! Давай, давай, иди, шуруй отсюда, шуруй! Давай, давай, давай! Вот так вот, бам-бам-бам! Ну сколько тебя еще бить? Давай, всё! Ну слушай, ладно, я тебя еще накину про один балл, потому что ты мне дал меч сразу же, чтобы мне повезло. Так, и вот этот блок у нас получается, лаки-блок уже получше будет. А, ну, лошади. Ой, ё-моё, какая страшная, господи. Так, лошади, давайте, уходите отсюда. Ну, слушайте, в целом можно оценочку поставить, ну, где-то... Ну, ребят, давайте девяточку. Вот девяточку реально хорошая, хорошая твердая девяточка. И мы уже переходим, получается, к хакеру. Офигеть, хакер. Мне кажется, за внешний вид тебе сразу соточку можно накинуть. Офигеть, тут камеры, ребята, всякие непонятные какие-то... Блоки читерские, блин, я первый раз такие блоки вижу. Так, бедрок, ну, в принципе, все как обычно. Так, и... Вау, обсидиан, ё-моё, обсидиан на ступеньке. Капец, хакер, у тебя реально очень жесткая кузница. Это полный капец. Так, ну ладно, давай, значит, зайдем в дверь. Так, а тут что у нас? Так, ну-ка, дверь открывается. Вау, ой, тут жарко довольно-таки, друзья. Это какие-то лавовые блоки. Так, ну-ка, давай, главное не сгореть. Так, это что, светофор? Зачем, хакер, тебе светофор, ты чё? О, а вот это уже, ребята, посмотрите, какие компудактеры у нас. У меня точно такой же есть, хотя нет, друзья, у меня не такой компудактер, у него какой-то розовый он. Так, ну-ка, блин, ну может тут поиграть. Но, ребята, тут нету у нас кровати, чтобы жить, как бы. Так что в этой кузнице нельзя жить, так что, ребята, снимаем 1 балл. И получается 99 баллов, блин. Ну, а в сундуке у нас чё? Ничего нету. Хакер, я чё-то не понял. Ты чё, офигел? Где мои вещи? Где мое вознаграждение за то, что я вообще проверяю ваши кузницы? Блин, что, реально ничего нету? Хотя... Подождите-ка, друзья. Мне кажется, что хакер кое-что от нас все же скрывает. И... О, сундуки. Стоп, мысли. Мысли, тут пароль. Так, хакер, что за пароль? Что за пароль, хакер? Ты, блин, еще хрен вылезешь. Так, ладно, друзья, давайте будем гадать. Мне кажется, какой-то вот такой пароль, не? Вот так, па-па-па-па-па-пам. Окей, нет. Так, па-па-па-па-па-пам. Нет. Так, ну-ка, может, тут такой? О! Ребята, чтобы вы понимали, я вел чисто 4 единицы, у нас получилось. Ребята, забираем это все. Так, ни хрена тут вещей. Посмотрите, сколько хакер нам вещей-то дал. Так, ну-ка, давай, вылазь. Ну, как-то, вылезти, ё-моё, дайте, все. Наконец-то я вылез. Так, ну, хакер, спасибо тебе за вещи. Хотя ты их от меня спрятал вообще у шляпок. Так, ну, и давайте, ребята, посмотрим, что это у нас такое. Так, снимем все же маечку нашу. Так, это какая-то непонятная броня, друзья. О, а что она дает? Ночное зрение, прыгучесть, сопротивление, огнестойкость. Офигеть! Смотрите, как я высоко прыгаю. Блин, хакер, спасибо тебе за такие клевые вещи. Так, а это у нас какие-то... Взломщик пароля, чего? Что такое? Чё? Так я не понял, что произошло. Так, у тебя дальше какой-то блок был. Fire Service Big North. Друзья, честно говоря, не знаю, что такое, но это, кажется, что-то у нас с пожарной частью. Офигеть, хакер, ты как это натворил? Это, ребята, пожарная часть, вы видите? Блин, офигеть, хакер! Вот бы я так научился строить, друзья! Ё-моё! Жесть полная! Так, ладно, хакер, у тебя были какие-то тут оружия? Ну-ка, как? Давайте по жителю. Житель, бам! Офигеть! Вы посмотрите, какой силовой удар! Это просто жесть! Так, а это что? Давайте по лошадке. Бам! Она что, исчезла? Она что, исчезла? Так, ну-ка... Ребята, ставьте лайк, или я вас выстрелю. Ха-ха, давайте ставим лайки, подписываемся на канал. Или раз, два, и... Да ладно, шучу, не буду я стрелять. Своих подписчиков любимых я никогда не выстрелю. Так, ну, друзья, вы посмотрите, просто в пыль превращаются. О,
Жесть, это реально... Ну-ка, а может хакера? Хакер! У меня против тебя свое же оружие! Ба! Чё? Кого? Так это... Давай! На! Чё ты не испаряешься? Друзья, ладно, хакер, извини, на твое оружие. Блин, против хакера просто ни одно оружие не работает. О! Ага! Попался! Давай, давай! А, нет, ладно, хорошо. Ну, какой-то бластер, ребята, очень крутой, непонятный. Вот так вот, блин, стреляет. Очень круто. Я его оставлю, в принципе, себе. А это что? Void Bucket. Друзья, я знаю эти ведерка. Они апокалиптические. Так что, ребята, мы их разольем, наверное, в конце этой серии. Итак, и бог привет! А, хакеру, оценка хакеру. Ребята, не забываем писать в комментариях. Я хакеру поставлю, 100 баллов. Да, ты молодец, хакер, в принципе. Так, а тут у тебя бог что? Как мне сюда подниматься, а? Как мне сюда подниматься? Ты можешь сказать, а? Ну-ка, может, допрыгну? Эх, эх. Не допрыгну. Ладно, друзья, мы возьмем читерским способом вот так вот гейммод, врубим все, как бы, да, и уже, в принципе, будем дальше проходить это все. Так, ну-ка, значит, нас встречает джакузи. Джакузи? Чего, друзья? Вот за джакузи я, конечно, бы поставил по-любому лайкусик. Блин, джакузи, это ж крутая тема. Блин, это уже, ребята, точно десяточка по-любому. Так, а что у тебя тут внутри? Понятно все, да-да, я не знаю, ребята, как он держится на воздухе, может он как-то прикреплен, но, ребята, аквариум в воздухе, Капец, друзья, это просто полный капец, тут должен быть стол, или стоп, это невидимый, может, стол, так, ну тут кровать, ребята, есть, это уже хорошо, то, что тут можно поспать, туалет. Самое главное, ребята, вот сразу соточка накидывается нашему богу. Так, а что у тебя в сундуке? Air Helton, так, Air Sword, ё-моё, что за фигня у тебя тут, ё-моё. Так, ладно, ребята, мы берем, давайте снимем наши все вещички, да, вот эти хакерские, и возьмем воздушную броню. Уу! Ну-ка, о, кстати, прыгучесть, ребята, воздушной брони, очень жесткая. Ну-ка, давайте, ребята, отключим гейммод. Ну-ка, чего? Тройной прыжок! Офигеть, то есть, смотрите, мы можем забраться на любое здание. Блин, а это уже реально круто. Блин, бог, спасибо тебе огромное. Так, и, ребята, а что у тебя... А, золотые яблоки. Так, надо реально еще поесть. Спасибо тебе, бог. Ты знал, то, что мне надо еда. Так, все, ребята, давайте поедим. И все, мы поели. И теперь у нас тут еще есть какой-то динамит. Сноу динамит. Так, а как тебе поджечь-то? Ну-ка. Нет, никак. Блин, а как его реально-то поджечь, друзья? Я не знаю, блин, ну... Кажись, мы его не подожгем. А хотя ладно, ребята, мы же уже гейммод включили, так что давайте, наверное, возьмем сразу же красный факел, отключим наш гейммод и... Бог, я надеюсь, что это хороший динамит, и он принесет мне радость. Так, и... Офигеть. Офигеть, это снег, ты чё? Ну так, бог, ладно, хорошо. Спасибо тебе за снег, в принципе, нашу деревню. И, друзья, я... В конце... А, это пузырек опыта, да? Вау! Так, и, ребята, я в конце обещал то, что мы разольем, в принципе, воду хакера. Но, друзья, давайте пройдемся по оценочкам. Значит, ну, 4 из 10, профессионал. Ну, не знаю, давайте, ребята, все же девяточку поставим, да, хакеру. Ну, соточка за такое-то оружие, блин. Я тебе по-любому соточку накину. Так, а бог... Ну, ребята, там джакузи, я, наверное, тоже поставлю соточку бог. Вот, а вот ну, мог бы постараться, в принципе. И, друзья... Я боюсь. Ой, что-то черненькое. Так, ну-ка. Ой, что оно делает? Что это такое? Так, друзья, мне не нравится то, что оно извергает воду. Стоп. А, бог! Бог ты! Ребята, вы видели? Бог умер. Так, быстрее, ребята. Так, быстрее надо. Ой. Все, мы ничего не вернем. Так, ребята, все плохо. Какая-то странная жижа разливается по всей деревне. А, господи. Так, хакера там. Хакера даже убило. Чего? Так, ну его нафиг. Так, ребята, это капец. Если сейчас профессионала убьют, то это... Просто капец. Нет, нуб, ну ты хотя бы стой, я... Нубик, ты же мой друг, подожди. Нубик, нет, стой. Нубик, ё-моё. Друзья. И хакер реально умер, ё-моё. Друзья, на этом я заканчиваю данный видеоролик. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. С вами был Флейзи, всем удачи, всем пока.